Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Strike Force от Marvel. Начнем с ежедневных заданий, но вначале зайдем на почту и посмотрим, что нам здесь подкинули. Так, неполадки с событием устранены. Я как раз помню, ребята, как меня выбросили в процессе игры. Я очень психовал, злился, но видишь, все-таки возместили ущерб небольшой. По энергии, по крайней мере, да? Так, ну что у нас тут еще? Сегодня открываем нового персонажа для меня. Но сначала сферы. Вау! Ты кто такая? X23. Какой-то новый, ребят, персонаж. Так, а здесь кто? Ну, это понятно, ребята. Это у нас девчулечка была. Давай-ка зайдем, наверное, в персонажи и... Да, ребята. Вот. Вот, кого я хотел завербовать. Так, это у нас Кристалл. 20 тысяч всего лишь на вербовку. Хорошо. А что у нее? У нее огонь и лед, что ли? Точно, ребята, огонь и лед. Камни шквал. То есть она управляет стихиями, да, судя по всему. Тренировать я пока ее не буду. Я не знаю, насколько хорош этот персонаж. Мне бы вот Минерву как-нибудь прокачать, друзья. Так, ну что, Таскмастер получает повышение. Давай, 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 повышаем его. Тренировать я тоже пока не буду. И жаба тоже у меня, ребят, получает повышение. Вторая звезда. Ё-моё. Слабоваты эти персонажи пока у меня. Ну да ничего. Так, дальше у нас. Чё по событиям? А я ведь нигде не могу пока участвовать, верно? Бонус. Бонус это все, конечно, хорошо, но... Тут мне не хватает, ребята, агентов щита. 5 звезд. Чтобы получить ДНК карточки на нашего железного человека. Он у меня есть, но хотелось бы, конечно, его прокачать. А здесь что, в 2 раза больше золота в компаниях? Понятно. Так, зловещий сбор, а это что у нас такое? Зловещий кредит за участие в сражении компании. На летах, рейдах, битвах, на аренах и матчах обычных, да, боев. За эти кредиты можно открыть. Понятно, бонусы. Матч обычного боя. Ладно, ребят, это нас не интересует в данный момент, особенно меня. Так, налет. Что у нас по налетам? Яркая личность. Именно она будет, да, я так понимаю, разыгрываться здесь. Это у нас Электро. Электро использует свой гнев и электрический ток, чтобы наносить огромный урон по самым уязвимым врагам зловещей шестерки. Вот так даже. Окей, я это учту. Но все-таки начнем с тобой с ежедневок. Так, новый предмет получаем. 80 энергии. Сколько у нас? Ого! Посмотри, сколько у меня энергии, ребят. Офигеть. 413. Так, участвовать в 2 налетах, сразиться в 2 рейдах. Использовать 1 предмет снаряжения. Ну, давай используем 1 предмет снаряжения. Так, слушай-ка. Смотри, здесь у нас есть электро и там электро. В чем тогда разница? Не, мне пока непонятно, ребят. Зачем вообще нам 2 электры? Вроде как бы и одной достаточно было. Так, давай, Vision, мы тебя, наверное... Ох, ты... Мы можем ему прокачать. Давай-ка улучшение сделаем. Все. Также ему наденем. Ну и давай тренинг, наверное, сделаем небольшой. Все, ребят. По крайней мере, 2 задания, по-моему, сразу мы с тобой выполнили. А, нет, одно. До сих пор одно. Выиграть 2 боя. Вот с арены надо начинать, потому что на арене очень долго у нас идет откат. Так, Минерва. Ну, в принципе, команда неплохая. Слушай, ну я в прошлый раз играл... Вот так, видишь, моя сила, да? 174 тысячи. А, там у противника, по-моему, было 110 тысяч силы. Я думаю, да я его порву. Поставил на автобой, ушел, прихожу, меня порвали, ребят. Так что даже 110 тысяч силы могут порвать твои 200 тысяч. А все почему? Потому что собранная команда, ребята. Видите, у меня какая идет взаимопомощь. Только вот они вдвоем, да? Минерва и этот у нас капитан. Ой, тихо-тихо, куда ты там? Королевский страж. Вот. У них идут комбо-атаки. Остальные сами по себе. Ладно, поехали. Посмотрим сейчас, что у нас тут получится. Буду драться, наверное, ручками в ручном режиме.
будем определяться. Блин, вот из этих персонажей у меня пока еще никого нету. Ну, Танос, конечно, есть, а вот именно его приспешники ни одного не открыто. Ни Корвуса, ни Глейва. Так, ладно. Давай смотреть. Че так долго грузишься, эй, роднуля? Слушай, ну вот этот чувак у меня, страж королевский, это просто имба, он так у меня прокачан. Подожди, какое замедление, давай на 2х хотя бы сделаем. Я, ребята, делаю как? Провокацию вешаю на него. Так, далее. Ну, в принципе, нам бы как бы здесь не очень нужен кроссбоунс. Ты, кстати, заметь, кроссбоунс именно в игре Мстители, да? Который у меня на втором канале. Вот он выглядит как обычный левый боец там, помнишь, да? В первой серии были. Которые начали переполох. Ну, единственное, может быть, что его отличает от других, это вот эти вот кулаки. Давай, наверное, тоже возьмем свою провокацию. Опа. Так, он контратакует. Блин, а вот этот, конечно, Кинг Пин, он сейчас тут будет бафать. Твою ж налево, смотри, что он сделал, а. Слушай, нам нужно срочно что-то предпринять. Давай-ка, наверное, вот так вот подхилим своих ребятулек. Кроссбоунс отдуплился, и это уже хорошо. Что? Блин, он еще вспомогалку позвал, а? Так, надо, наверное... Блин, тут еще... А, он провокацию взял, ё-моё. Надо брать Кингпина в оборот, ребята. О-о-о-о, луч вот этот очень опасный. Очень опасный. Так, блин, теперь этот провокацию взял, а? А кто это у нас тут прячется, я не могу понять. А, вдова черная. Так, тихо-тихо, пока стоим, ребят, пока терпим. Кровотечение повесили? Повесили. Так, теперь делаем взрыв. Блин, он еще и выжил. Ладно, уничтожаем его. Все, ребята, больше никаких бафов здесь не будет. Давай-ка уберем отсюда железного человека. В плане... А-а-а, Капитан Америку провокацию взял. Так, ну-ка. Даже постепенный урон не повесили, прикинь. Все, провокация ушла. Разбираемся с этим хлыщом. Блин. Ладно, все, доигрались, короче, они. Хватит на них любоваться. Берем провокацию здесь. Ну. Давай, Дэдпул. Не хватило, да? Силенок. Ладно, тут уже можно все потратить. Провокация. Плюс с избежанием смерти. Смертельного удара. Да чтоб тебе, ты достал уже, Кэп. Ну, Дэдпул, давай, все, нормуль. Так, и вдова черная. Ну, кровотечение повесили и расстреливаем. Замечательно. Так, время... Минута... Почти 2 минуты, ребята. Так, и, как ты видишь, текущий ранг у меня повысился. Шикарно. Так, через 12 минут, даже через 13 мы сюда с тобой вернемся. Через 12, да. А пока пойдем, наверное, сделаем с тобой какие-нибудь рейды. Вот, например, нам нужно участвовать в 2 налетах. В 2 налетах. Ну что, ребята, я думаю, ну, здесь все, конечно же, будет легко и просто, потому что... Самое начало, я обычно здесь даже и не парюсь. Ставлю на автобой, и мои бойцы на изи их всех разбирают. Не веришь? Сейчас тебе продемонстрирую. Это где-то нужно сыграть боев 10, там уже, да, ранг выше становится, и бойцы становятся сильнее. Там уже, конечно, надо самому что-то придумывать. Ну, а здесь я особо не парюсь. Не веришь? Вот смотри. Делается это все на автобое. Она для тебя это слишком быстро, да? И непонятно. Но так, согласись, тоже слишком медленно. Ладно, придется, наверное, самому тут разобраться. Быстренько с ними. Опять. Ну ты гаденыш, а. Вот ненавижу баферов, друзья мои. Вот не люблю их. Особенно, когда они у врагов есть.
Ну-ка, Дэдпул есть. Карателя мы с тобой завалили. Да, можно, в принципе, и так сделать. Опа. Теперь взрыв. Давай-ка вот этого врача уберем отсюда. Ну что, Кейдж? Так, он, конечно, еще выживет, ребята. Видишь, у него есть попытка не умереть. Все, она кончилась, а теперь его добиваем. Все. Ну, нам в любом случае нужно еще с тобой сделать один налет, чтобы получить, как говорится, реворд. Ну и тут, соответственно, мы с тобой плюшки получаем. Видишь, вот этап у нас с тобой повышается. И вот этого персонажа тоже, наверное, хотелось бы получить. Я не знаю, что он там. Она сама как белка выглядит, да? Плюс еще руководит белками, наверное. Давай здесь получим награды с тобой. И сделаем еще один бой. Как видишь, капсул у нас с тобой дофигища, 700 штук. За бой 25, потом будет 100. Потом, по-моему, 150. Ну, естественно, я сейчас не буду все это тратить, потому что я хочу еще попроходить те этапы, которые у нас с тобой еще не открыты. Кстати, ребят, по-моему, я прошел... Нет, я не прошел на 3 звезды. Я не могу сейчас фармить этого призрачного гонщика. Не хватило мне там чуть-чуть. Ну что, берем, короче, провокацию с тобой. Блин, тут еще этот... Я из груд. Ладно, давай так сделаем. Он сейчас, естественно, будет хилять, бафать. 100% тебе говорю. Тыч. Давай, давай, давай этого Грута валить. Сейчас Кейдж возьмет провокацию. И этот еще бафает, да? Ну-ка. А что вот это означает? А, иммунитет у него. Все, минус Грут. Давай взорвем. Так, каратель, успокойся, тебе же крышка сейчас будет. Давай его убиваем. О, Кейдж выпендрился. От хила кучу на себя повесил, да? Всякую ерунду. Откат от смерти, точнее, защита. Но мы его все равно пробили. Так, здесь будем, естественно, с тобой... Хотя, подожди, нет, надо врача вальнуть. Потому что у врача есть возможность, ребята, вернуть погибшего бойца на поле боя с определенным шансом. Все. Ну и теперь остается Человек-паук. С ним-то нам вообще будет на изи разобраться. Че он тут один будет прыгать? Да, Дэдпул справился. Ну вот, вот как-то так. Главное, что мы с тобой выполнили это задание. Ух ты, подожди-ка, вот это что такое? А, вот они, зловещие кредиты. Слушай-ка. Ну, это снаряжение там, за них можно приобретать. Я уже это потом, ребят, за кадром. Вот, пошел у нас с вами персонаж открываться потихонечку. Ну, ты сам понимаешь, очень много нужно, да? Чтобы открыть, по-моему, 45 карточек нужно. Так, в магазин. Сферы. Ага, содержит осколки персонажей. Давай посмотрим, кто нам здесь выпадет. Ай, Спайдермен. Так, мы с тобой еще можем взять вот здесь, вот по припасам. Страйв. Блин, я хочу страйв себе открыть. Да, ребят, я, наверное, на него потрачу. Окей. Вот они. Стрелки Гидры. Отродье Аим. Так, что у нас тут? Здесь мало кредитов, здесь... О, здесь вообще мало. Хочу, ребята, пузыря, наверное, прапать маленечко. Точнее, не то, что даже прапать. Он у меня вообще есть хоть? Открыт? По-моему, даже не открыт у меня. Так что будем с собой его открывать. Так, что у нас здесь? Зверюга. Пускай будет. Так, здесь по десятке, тут полтишок нужно потратить. Блин, Минерву бы, конечно, бы по звезде увеличить. Это бы было бы, на самом деле, классно. Так, ладно, мы с собой отвлеклись. Давай дальше выполнять задание. Так, выиграть 2 боя на арене. Так, потратить энергию и получить... Но это не обязательно. Сделать один вклад. Но это мы с тобой сделаем. Окей, забираем.
Ага, в рейдах. Ну, давай посмотрим, что у нас тут. Блин. Это обязательно, что ли? Нет, не обязательно. В общем, остается выиграть еще один бой на арене. И все задания будут выполнены. Ну, а я пока пойду, наверное, прогуляюсь. Так, здесь у нас что? Это забираем. Прогуляюсь я на задание. Так, что опять-то здесь, а? Сфера. Да это опять красная, как обычно, да? Или какая? О, это хорошая. Давай, ребят, посмотрим. Угу, веном. А тут? Ну, а тут снаряжение. Давай, открываем. Понятно, ерунда, короче. А что у нас опять там в персонажах отмечается? Я не могу понять. Что они мне показали, отметили? Я не пойму, если честно. Вроде бы ничего такого здесь нету. Псайлок. Так, черная вдова. Хм. Я думал, что можем кого-то здесь прапать, но, как видишь, пока ничего такого нету. Не, ребят, пузырь у меня есть. Или нету? Есть. У меня и пузырь есть, у меня есть и страйф, но надо их по уровню поднять. Вот это вот, ребята, меня немножко смущает. Почему это великий ученый у меня до сих пор не открыт? Нет, надо, ребята, его приобрести. Тем более я могу его фармить. Вот, например, сколько там нам нужно? 13. Ну что, давай соточку, наверное, потратим здесь. Угу, 2. Надо будет этим заняться делом вплотную. Что это у меня ученый, а им до сих пор не открыт. И призрачный гонщик, ребята, он у меня уже доступен, как бы. Ну, видишь, я не прошел на 3 звезды задание это. И поэтому, как бы, хотя можно будет попробовать, ребята. Давай-ка рискнем с тобой сейчас, в данный момент, и попробуем этот уровень затащить на 3 звезды, чтобы в дальнейшем я мог его уже фармить. Потому что призрачный гонщик, я думаю, что он неплох будет. Проблема в том, что у меня команда очень слабая. Вот эти персонажи, которыми сейчас я буду играть, они не прокачаны. И здесь только Минерва меня спасает за счет того, что она может вызывать погибшего персонажа, воскрешать его. А как ты видишь, здесь очень много... Ай-яй-яй, я даже не знаю, как быть. Ну, нам нужно с тобой оператора Кри уничтожить, да? Всех. Поехали. Угу. Так, ну-ка. А так. Блин, живучие какие, а? Так, кто-то взял провокацию, да? Кто? Блин, этот халабуда. А если я сделаю... Давай-ка вот так, наверное, с тобой. Да чтоб тебя. Ну, кровотечение висит, уже хорошо. Главное, чтобы их не хиляли. Так, провокацию. Вот провокацию, конечно, Танос зря на себя берет. Этот отдуплится или нет, блин? Так, стадия 1 из 4 завершена. Что ты там айкаешь? Так, двух союзников давай призовем. Пускай они будут им мешать, а этот тоже, да? Призывает. Блин, все равно не могу пока пробить. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, провокация. Блин, до сих пор висит, да что ж такое-то? На! Блин, я успею ли я этих операторов всех завалить? Я вижу, что мало времени, блин. Я что могу с этим сделать? Видишь, этого не могу пробить. С провокацией, просто-напросто. Еще эти хиллеры. Ну-ка. Есть. Так, теперь вот этого давай. Один оператор готов, ребята. Еще 2 осталось, да? Что ты делаешь? Твою ж налево, в скрытости всех. Так, мы, наверное, с тобой тогда тоже так же сделаем, да? Окей. Кого его убрать? Нет, наверное, этого все-таки надо будет. Уклонение? Ты серьезно, блин?
В минус его отправили. Так, преследователь Кри. Давай масуху, наверное, сделаем. Бумс, удар, так. Провокация висит? Нет, не висит пока ни на ком. А этих я не вижу, да? Они до сих пор в скрытности. Тогда давай, наверное, Тора попробуем бомбануть. Во, давай вот так вот сделаем. Все, блин, они не раскрылись еще. Да хорош ты, блин, ты хочешь сказать, что уже третья стадия? Блин. Вон она, ребят, просветилась. Да завали ты ее, блин. Трындец. Так, минус. Последний оператор, но он в скрытости пока находится. Что это делает? Открылась? Нет, не открылась. Блин, я, наверное, не успею, ребят. Тор этот еще. Не, давай-ка, наверное. Давай Локи с тобой уничтожим. Попробуем, по крайней мере. Да какое, блин, уклонение-то? Все. Локи нету. Слушай, а не слишком ли долго он там находится в скрытности-то, а? Оператор этот, блин. Она не хочет открываться. Все. Нет, не все. Трындец, короче, ребята. Так, я не знал, что так долго вот эта вот скрытность. Все, да, по ходу дела. Проиграл. Проиграл, ребята, потому что не уничтожил последнего оператора. Блин, в скрытности просто просидел и все, а? Ну ты посмотри. Просто просидела. Ладно, ребята, я еще разочек все-таки попробую сделать. Еще попыточку. Слушай, может быть, здесь нам кого-нибудь убрать? Ронан Обвинитель. А Ронан Обвинитель нам, по-моему, автоматически, да, здесь будет доступен? По-моему, да. Ну, я не знаю, ребят. Ладно, давай попробуем. По крайней мере, у них у всех идет синергия, да? У всех, ты видел, абсолютно. Друг друга они поддерживают, так что... А тут нам дают кого? Нам дают Локи и, по-моему, Ронан Обвинитель. Или Ронан Преследователь, как его там звать-то? Всего лишь на три... Не хватает вот одного убить? Так, ладно, это все понятно. Начнем, ребят. Если сейчас никакой провокации не будет, начнем именно с операторов Кри. Поехали. Блин, вот нормально же бомбанул. Сейчас какую-нибудь провокацию будет брать, если нет? Так, у нас сколько здесь идет? 210%, да? Здесь 190, давай 210. Ну, есть, хотя бы уже минус один оператор. Так, между собой подрались, понятно. Так, ладно, ребят. Ну вот, началось, блин. Началось, провокацию уже получили. Мне не достать. Мне придется вот этого провокатора как-то, ребят, уничтожать. Бумс. Офигеть, лечение тут заблокировали. Нет, надо этого валить, гаденыша. Желательно быстрее. И при том, при этом, ребята, еще мы не должны с тобой никого потерять. Так. Ну что? Блин, давай призовем с тобой двух помощников. Лишь бы Локи, ребят, надо Локи уничтожать, скорее всего. Так, ладно, первая стадия пройдена, понятно. Потому что Локи же здесь делает, да? Чего? В плане, какая вторая стадия? Вы чё, блин? Вы вот сейчас это серьезно, что ли, блин? Так, наносит основную цель 320, давай. Так, нам нужно уничтожить Локи. Он сейчас успеет, наверное, да? Или не успеет? Все, минус Локи, ребят, теперь разбираемся с вами. С этими операторами Кри. Давай сделаем так. Давай сделаем так. Блин, лишь бы провокации никакой не было. Массовая атака. Вот этого надо. Осталось совсем чуть-чуть, ребят.
Осталось совсем чуть-чуть. Есть. Последний оператор остается. Последний оператор. Ну. Хорошечно. Так, теперь удар. Так, заблокировали. Отхил. Ну что, пробиваем? Все. Все, ребятулечки, справились мы с вами. А что теперь-то нужно им? Пока непонятно мне. А, ну да, теперь нужно еще 4 этих прождать фаз. Так, давай этого, наверное, Ханорика уничтожим с тобой. Я возьму провокацию на всякий случай. Готов. Так, Тор заблокировал, да? Он не может использовать свои способности. Да. И это классно. Так, ну что, теперь, наверное, хиляемся, да? Хотя у нас все вроде бы здоровые. Что ты делаешь-то? Эй, партизан. Ну, у них на всех висит кровотечение. Слушай, да мы вообще их тут что-то порвали с собой. Легче пареной репы. У нас все, надеюсь, живы. Хала вновь под контролем сопротивления Кри. Узурпатор Ультимус повержен. Да-да, всегда пожалуйста. Нам нужно каким-то образом изгнать Ультимуса из нашего измерения. И что потом? Будем веселиться? Да, Звездный Лорд, потом будем веселиться. Пройдено, друзья мои, пройдено на 3 звезды. В плане? Подожди. Почему у меня никто не погиб? Ребят, я не знаю, в чем проблема. Почему я не могу пройти на 3 звезды этот этап? У меня никто не погиб. Трындец. Я всех забомбил, все сделал. Что еще не так? Ладно, шиш с ними. Не хотят, ребята, они мне этот уровень почему-то давать. Я уже было обрадовался, но ты видишь, меня здесь кинули. То, что там погиб, ребята, призыв от Локи, дубликат, это не считается, ребят. Должен погибнуть именно основной персонаж. Только в этом случае не засчитывается. Может быть, я, конечно, что-то где-то прозевал. Так, ладно, у нас с тобой есть арена еще незаконченная. Давай-ка мы ее быстренько с тобой пробежимся. Я надеюсь, уже можно, да, на нее идти? Можно, выберем с тобой. Йоу, простая, можно какой-нибудь послабже, а? Друзья мои, ну, вы перебарщиваете. Очень перебарщиваете. Ну, вот куда мне 174 тысячи моих сил против трындец? Ну, давай вот с этим попробуем, блин. Ну, это, конечно, тоже тут сильный чувачок. Ладно. Во, вот. А, я, кстати, понял, что, ребята, это за команда. Это стандартная командочка. Ой, сейчас будет нам, наверное, здесь не очень сладко. Ну, я постараюсь, ребят. Тут Росомаха, да? Кто там еще у него? Кейдж. Они сейчас будут в паре играть. Они друг друга. У них офигенная синергия идет. Поэтому готовимся к самому худшему. Но здесь, по-моему, нету этой команде карателя. Да, карателя нету. Хм, тогда интересно. Ладно, ребят, берем провокацию, это в первую очередь. Ну и начинаем. Наверное, будем брать... Блин, вот эти вот два провокатора, что Кейдж, что... Кроссбоунс. Попробуй. Желательно лучше кросса, конечно, вальнуть. Но Кейдж тоже не дурак. Будет брать провокацию. Ты опупел там, что ли? Ну-ка, постепенный урон повесим. Повесили, да. Тихо-тихо-тихо. Вот он взял провокацию, ребята. Ну сейчас и Кейдж возьмет провокацию, поверь мне. Еще и пробафает их всех. Вот, началось. Только пока без провокации. Блин, кросс сейчас будет звездярить. Нет! Минерва, не надо погибать, родная моя. Ты мне нужна сейчас. Давай хилять. Команду и сама захиляешься. Оу! Что-то как-то перебор, друзья мои. Ну-ка, мы теперь так же. Да иди ты, блин, как он выжил? Как выжил кросс, блин? Объясни мне, пожалуйста. Все, ребят, Минерву я потерял. Так, он теряет кросса.
Дэдпула надо валить. Ага, завалишь ты Дэдпула. Он этот взял провокацию на себя. Твою ж налево. Так, 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 подожди, подожди. Провокацию я пока брать не буду, ребята. Жестко, очень жестко. Так, ну чё, не имеет смысла, ребята, сейчас тратить на него суперудар, потому что все равно он сбежит смерти. Надо ждать, когда этот значок уберется. Только в этом случае можно будет. Так, давай. Вот, вот теперь можно его валить. Если успеем, конечно, с тобой. Или Дэдпула. Нет, все-таки мы с тобой. Твою ж налево. Или сорви голову, у него контратака. Тогда Дэдпула. Да, Дэдпула будем. Так, здесь уничтожаем. Ага. Смачно. Так, берем провокацию. Уничтожаем Дэдпула. Так, сорви голова сейчас будет. Следующим у нас контратака. Ай-яй-яй-яй-яй, тихо. Дэдпул, держись, родной. Так, ну и что же, остается Росомаха. Не забывай, что у него есть реген. Регенерация. Так, тихо-тихо-тихо-тихо, подожди. Тут уже, как говорится, кто кого. Контратака у нас тут с тобой есть. Ну, все, ему крышка. Ребят, победили. Ух. Мы все-таки это с тобой сделали. Мы выиграли здесь. Я повысился в ранге, но это означает, что противники будут еще сильнее. Мне очень тяжело будет с ними справиться. Так. Давай-ка быстренько с тобой заберем награды. 5 карточек на Росомаху. Все, в принципе, ребята, это не обязательно тратить. Но, как говорится, выполнять эти задания, тратить на это время. Теперь я хочу пойти на компанию и все-таки пройти пару уровней. Так, заверши 8 глава Нексуса. Так, что у нас здесь? Давай посмотрим. Мистические силы. Угу. Везде бонусы. Я до сих пор даже первую главу не прошел. Ха-ха. Так, что у нас в битве за космос? Вот, ребята, не могу пройти этот уровень. Ну, хоть ты тут тресни. В чем проблема? Причем везде бонусы, прикинь. Слушай, можно мне здесь получить... Ну-ка. Ай-яй-яй, обманули. Не дали мне, да? Псайлока. Блин. Слушай, дай я еще разок попробую, ребят. Еще разок хочу. Я хочу понять, в чем проблема. Что там не так? И вот, честно говоря, может быть, мне вместо Дракса взять все-таки Ронана Обвинителя. Хотя Дракс будет посильнее. Блин. Слушай, а вообще в идеале Жнеца Кри взять, и было бы вообще тема. Ладно, давай попробуем, фиг с ним, так уж и быть. Сейчас просто буду внимательно смотреть. Даже, наверное, сделаю первую скорость, чтобы смотреть, кто и где у нас может погибнуть или это. Потому что если погиб, я бы мог бы тогда спокойно Минервой его рисануть бы, нашего павшего персонажа. Но я что-то, честно говоря, не особо заметил. Ну давай, 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 уже там прогружайся. Так. Нужно остановить операторов, это я уже понял. Вот, ты видишь, да, кого мне дают в первую очередь? Так, поехали. Очень хорошо, плюс запрещение лечения. Так, давай этим ударом. Так, убьешь? Воу, 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 в плане. Только не провокацию, ребят, только не провокацию. Твою ж налево, блин. Он уже взял провокацию, друзья. Так, что? Ну, наверное, будем добивать все-таки. Надо уничтожать нам этого оператора. Так. Дальше. Дальше пробиваем с тобой вот этого ханорика, который стоит в провокации. Иди ты со своим молотом. Так, я хотел на первой скорости сыграть, да? Да это понятно, что это все понятно. Так, призываем двух союзников. Он тоже, да, призвал? Но одного только. Сейчас, друзья мои, я его завалю. Есть. Да что ж ты же могла его пробить спокойно, причем.
Какой, блин, фанатизм лечения, эй! Этот провокацию, что ли, опять делает? Так, секунду, блин, вторая стадия, да? Вторая стадия, ребят, закончилась. Давай, ладно, это ничего страшного, ребят. Это ничего страшного. Этого ханорика мы с тобой сейчас валим. Мне нужно добраться в плане. Да иди ты, блин, в пень. Какого лешего он не погиб? Его еще и захиляли. Его еще и захиляли. Трындец. Короче, уничтожай его нафиг. Не получается, прикинь. Ну сейчас-то мы его порвать должны, блин. Не, ребят, это какая-то... Это просто имба какая-то. Не надо, только невидимость. Ну все, ребят, это крышка. Это, блин, крышка. Там у меня, кстати... Что-то Танос вообще, ребят, хандрит. Что-то как-то так медленно слишком, чересчур медленно. В невидимости, блин. Ну и как мне его теперь выловить? Тут только массовые атаки, ребят, нам помогут. Ну... Мне не хотелось бы тратить свои... Во, давай так сделаем. Так, оператор один, один, по-моему... Нет, не видно. Не видно, ребята. Да ты достал, блин, а? Провокацию. Не, паршиво. Сейчас вот, ребят, паршиво. Уже и третья стадия, да? Зашибись. Вот он, оператор. Давай его... Ага. Ну-ка. Да в плане, блин, постепенно урон висит, висит. Наверняка, чтобы было. А вот этого оператора я пока не вижу, ребята. Так, нам надо с тобой, наверное... Давай попробуем Локи. Так, массовая атака. Да чтоб тебя, ну он не видит, не вижу я, блин, этого оператора. Видишь, он в невидимости, блин. Все почему-то раскрылись, кроме вон того последнего оператора. Все, да? Он, ребята, успел. Он успел что-то там активировать, блин. Я все равно пройду. Чего бы мне это не стало, не стоило. Так, может быть, даже придется вырезать эти неудачные, блин, попытки. Но я его все-таки сделаю. Да ты видишь, я не могу понять, почему я этого чувака не мог пробить. Он еще стоял в провокации, я его бомбил, у него не было вот этой вот фигни отложенной смерти, да? И я его не мог пробить. Давай еще разок. Мне просто нужен три звезды получить на этом этапе, чтобы я смог фармить потом себе этого призрачного всадника. Давай еще разок. Еще разок, ребята. Так. Может быть, мне лучше его уничтожить в первую очередь? Слушай, а может быть, действительно мне лучше его бомбануть в первую очередь, пока он... Да, мы так и сделаем с тобой. Так. Ну-ка. Окей, добьем. Все, ребят, теперь провокаторов у них здесь не будет. Единственное, кто... Это Локи меня сейчас вот еще будет напрягать. С Локи мы с тобой сейчас разберемся. Так, раз. Два-с. Так, 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 подожди, 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 подожди. Смотрим, смотрим внимательно. Нам нужно его пробить. Все. Ребята, у них нету теперь... Нету невидимости, да? Нету провокаторов. А это все, что он там призывает, это ерунда. Это щеглы. Так, ладно, первая стадия закончилась. Рубим операторов теперь с тобой. Давай, 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 давай. Ну-ка. Живая еще, да? Так, мне главное, чтобы Таноса там не уничтожили. Смотреть надо за ним. Так, поехали. А, замедление сделали. Так, она что там, нажала на кнопку, успела, да? Ладно, фиг с ней. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Давай делать так. Давай делать в невидимость уходить. Поехали. Хиляемся.
Хиляемся. И плюс массовая атака. И этого оператора должен ушатать. Провокаторов тут, по-моему, больше не осталось у них, да? Ну-ка. А так. Последний, друзья мои, вон там он стоит, вот он. Ну давай волну сделаем с тобой. Заблокируем способности. Ну не у всех, правда, да? Ну, поехали. Да блин, ты достал со своим этим. Может быть, хватит уже, а? Добей, пожалуйста. Есть. Так, друзья мои, как мне теперь увидеть, все ли живы или не все? Слушай, ну по идее... Да, по-моему, все. Так, давай вот этого Ронана сейчас с тобой забомбим. На всякий случай можно перестраховаться. Воу-воу-воу-воу. Я буду перестраховываться, знаешь как? У меня есть удар у Минервы, который может рисануть погибшего бойца. Но если такой есть, если нету, то ничего страшного. Так, Минерва, давай. Как ты видишь, никто у нас не погиб. Не дай боже, они опять сейчас сделают, что я этот уровень не пройду на 3 звезды. Ну-ка. Ага. Может быть, мне эту фигню надо уничтожить. Ну, давай, давай, все, ребят. Ну, не знаю, сейчас все должно быть идеально. Так, это мы с тобой читали. Смотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Есть! Ну что ж, друзья мои, да. Да, значит, я кого-то потерял в тех боях. Сам того не знаю. Но, как видишь, все, теперь я могу спокойненько, спокойненько фармить, друзья мои, призрачного всадника. И это классно. Так, ну а мы с тобой идем тогда на следующие какие-нибудь испытания. Так, у нас Nexus, по-моему, не пройден. У нас не... Подожди-ка. Так, ну здесь все окей. Я седьмой уровень, что ли, даже не тронул. Ну что, погнали тогда? Попробуем. Ультимус захватил все крупные регионы мира. Если он найдет врата в Nexus мультивселенной, его будет не остановить. Еще раз, почему этот Nexus так важен? Если Ультимус проберется в Nexus мультивселенной, он получит доступ ко всем измерениям и власть над каждой точкой времени и пространства. А, точно, теперь вспомнил. Чтобы замедлить Ультимуса, нам нужно уничтожить его наместников во всех регионах. Начнем с оскверненной Электры в ее африканских владениях. Пожалуй, было бы слишком уж просто, если бы в нашем измерении регионом правил злой Черная Пантера. Есть новости от таинственного межпространственного вербовщика. Доктор Стрэндж проник в измерение, где правит всемогущая версия Вижна. Он согласился помочь нам свергнуть наместников Ультимуса. Погоди, мной что, будет командовать мой бывший помощник, ставший газонокосильщиком? Не вариант. Старк, нами никто не командует, с нами работают. Ладно, но только при условии, что мы ограничим ему допуск. Угу, ограничим ему допуск. В принципе, командочка неплохая, может быть. Ну да, команда топчик. Давай попробуем сразиться здесь. Пройти, может быть, пару уровней. Хотя, опять же, я не знаю, насколько здесь сильны противники. Но нам нужно потихоньку с тобой все это проходить. Все эти этапы, чтобы уже было открыто и, как говорится, меня уже не смущали. А что это вот за персонаж у нас, а? Новый какой-то. Напоминает мне чем-то этого суперскоростника. Расставим все точки над «и». Я руковожу этой операцией. Джарвис Вижн... Джарвиш... Мое развитие давно миновало этап жажды власти над другими лишь ради удовлетворения своего эго. Кажется, ты ухитрился согласиться и оскорбить меня одновременно. Весьма наблюдательно. Так, этот каратель использует мощную способность на каждом ходу.
Какой этот каратель? Вот этот, что ли? Мне по барабану, на самом деле. Давай посмотрим. Так, здесь будет 11 врагов. Начну я, пожалуй, с... Блин, хотел сказать с палача, но придется, видимо, разбираться с разукрашенным, с нашим, да, Драксом. А, тут еще у нас клан руки. Ну-ка. В плане, ну, у него уклонение, да? Ах ты, зараза, ты такая. Слушай, он какой-то сильный. Хе-хе-хе, погиб. Постепенно урона. Ну что, надо Дракса бомбить. Куда-то музыка исчезла. Все, уже не до песни, не до веселухи, я так понимаю, вам, да? Так, Минерва, нам, наверное, надо с собой как-то хиляться. Так, подожди-ка. Дракс, ну хорош уже. Посмотри, а. Все, в минус его отправили. Ну ты не забывай, сейчас еще куча врагов придет. Угу, теперь нужно лечиться, ребят. Провокацию возьмем. Луч, луч, в кого применить лучше луч? Это пантера? Слушай, пантере здесь не место. Разыграли партийку. Все, отлично. Так, еще, блин, врагов целая куча будет. Ну давай, так. Мастер клинка. А ну-ка, на что ты способен? Уклонилась, ты серьезно? Как она могла уклониться, а? Блин, тот чувак в провокации. Ага, я думал сильный, нифига, ребят. В минус. Надо вон с тем разобраться. С мастером клинка. А что они такие уворотливые-то, эй? Давай-ка провокацию возьму на всякий случай. У нас с тобой контратака здесь висит как раз. Дэдпул, а нет, все-таки подбили. Все-таки мы его подбили. С этим надо завязывать. Да и, наверное, давай так сделаем массово. Отложенная смерть. Тогда добиваем здесь. Еще два бойца будет. Кто там? Пантера, я вижу, да? Давай-ка вот так вот. Пантера и защитник. Слушай, ну здесь мы, по ходу дела, выиграли. Здесь все у нас хорошо. Так, черная пантера, давай так, лучом. Все. Подтверждаю, впереди Электра на Геликарии. Нужно устранить ее, прежде чем она сбежит. Да куда же она сбежит-то, ребят? Куда Электра еще сбежит от нас? С наших-то лап. Слушай, блин, вот это классно, что мы с тобой получаем какие-то свитки, да? Жетоны. Так, бонус. Тут, опять же, пока никого нету, ребят, никаких новых персонажей, но ты видишь, кто здесь. Ха. Опять Железный Человек, опять Кейдж, Электра. Вот мы за ней, что ли, охотимся, получается, да? Поехали в бой. Вижн, нужно захватить этот геликарьер и победить Электру. Следуй за мной. Кажется, в своем измерении ты слишком привык к услужливой версии меня. Наш Вижн не услужливый, а самоотверженный. Согласно архивам, он следует твоим планам, даже если видит их несовершенство. Ага, это называется доверием, и оно обоюдно. Или верой, очень по-человечески. Ну что ж, после тебя. Так, после меня, окей, я оставляю такую же команду, ребята. Ничего абсолютно менять не буду, думаю, победа будет за нами. Так, Электр, значит, да? И я буду защищать эту территорию во имя Ультимуса, даже ценой жизни. Признаюсь, я немного завидую Ультимусу. Мне ассистент даже нормальный кофе принести не может. Окей, так, смотрим, ребята. 65 уровень у них. В принципе, никаких проблем не должно у нас с тобой возникнуть. Единственное, что, конечно, хотелось бы Электру подбить в первую очередь. Но займусь я, наверное, Кейджем. Потому что я знаю, что он будет сейчас брать провокацию, будет бафать. Так что нужно именно с него начинать.
Так, тут еще и зимний солдат. Ага. Вот оно, значит, как, да? Ладно. Ну-ка, бомбанем. Тихо ты, солдатушка. Все, подбили, да? Так, теперь займемся солдатом, только зимним. А потом уже электро, когда она выйдет из зоны комфорта. Она уже вышла. Ну что же, разбираемся с ней. Так, уклонилась, да? Она уклонилась. Так, я думаю, сейчас будет подкрепление сюда идти. И провокатора мне как бы здесь не особо хотелось бы видеть. Причем двух. Началось. Ну что же, поехали. Да, их фиг пробьешь. Хиляться, хиляться нужно, пока нет, пока терпимо. Единственное, что... Во! Хорошо так. Добить его надо. Минус один, так, тут еще один провокатор. Сразу же, да, встал в стоечку. Мне кажется, что еще будет кейдж. Еще одна версия будет. Может, конечно, и не будет, но... Хиляться надо, пока не надо, пока терпимо. А вот в провокацию мы с тобой встанем. Давай вон того ушатаем, есть. Отлично. Ты достал, все в свою стойку встает и встает, встает и встает. Да пора с ними завязывать уже нафиг, а. В плане, даже постепенного урона не повесили. Почему так? Все, тебе хана, парень. Так, же. Воу-воу-воу, два зимних солдата. Так, я вот с ней хочу разобраться. С ней надо разобраться, потому что они очень хорошо дамажат. Хотя железный человек тоже здесь как бы не особо мне приятен. Так, пол хп отняли, да? А, их там два еще к тому же. Ну что, надо, надо, ребята, уничтожать их. Так, одного, наверное, уничтожили, да. Так, давай вон того дальнего теперь будем брать. Ну-ка, Дэдпул. Ага, вот так ты сделал. Ну все, я тебе... Я тебе скажу, что он уже не жилец. В любом случае. Зимние солдаты здесь особо ничего нам не сделают. Так, подожди, подожди, подожди секунду. Берем провокацию. Нам бы, конечно, подлечить надо наших бойцов. Так, минус один. Еще солдат зимний стоит. Ну, с ним уже проще, ребят. С ним будет намного проще, так что... Все, крышка ему. Вот и все. С геликарием у нас будет преимущество в бою. Осталось 4 цели. А геликарьер это что такое? Я вот не понял. Идеально прошли. Так, давай посмотрим, что следующее. Там должен, по идее, открываться персонаж. Во! Вот о чем я тебе и говорю. Ну что? Nexus 7.3. Давай посмотрим уровни бойцов. Ох, ё-моё, тут ночная сиделка. Глаз соколиный, да? Так, ну что, поехали. В Гонконге делами Ультимуса занимается оскверненный Кинг Пин. Лишим его власти и регион наш. Фьюри нужна моя помощь в делах щита, совершенно секретных. Ну что, снимем с твоего велосипеда боковые колеса и поедешь как взрослый? В моем измерении я обеспечиваю поддержку и координацию более 9 триллионов живых существ. Да я так, на всякий случай, не лезь в бутылку. О чем поговорили, фиг поймешь. Ну что, друзья мои, давайте с вами попробуем пройти этот уровень. И у нас будет еще один боец, которого я смогу фармить. И в ближайшее время попробуем с тобой открыть призрачного гонщика. И как его звать-то? Сокол? Нет, Сокол, по-моему, у нас уже есть. Как его звать? Ну, я помню, короче, кто это такой. Это чувак, да, с механическими крыльями. Так, Джессика Джонс. Ну, это, естественно, ребята, враг.
Хорошо, что вы здесь. Мне как раз хотелось выместить зло на парочке героев. Да? Так, 8 врагов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В общем, вот это весь коллектив. Так, естественно, здесь очень много врагов. Джессика Джонс со своим землетрясением, плюс ночная сиделка. Начнем с провокации. Ох ты, что начал, нифига он. Так. Блин, тут щитовики, два щитовика, два провокатора. Надо с них начинать, ребят. У них еще и контратака, да? Так, Вижн, а что ты делаешь? Я давно тобой не играл. Наносит основной цели 210 урона, а ближайшим целям 140. Накладывает блокировку способностей. О, это хорошо. То есть не смогут теперь, да, поставить щиты свои? Замечательно. Так, сейчас попробуем их разобрать. Надеюсь, получится. Они сами по себе еще такие сильные, крепкие ребята. Воу. Смотри-ка, сколько у него хп осталось. Хе-хе. Не надо Блин, успел, ты посмотри, он успел, ребят, провокацию поставить. Ай-яй-яй-яй-яй, это плохо. Ну что, сделаем, наверное... Блин, Вижн, а что у тебя так мало здоровья -то? Эй, родной мой. Это плохо. Давай взорвем. Окей. Главное, Вижн, чтобы не погиб. А остальное все, ребят, ерунда. Блин, массовые атаки. Ах ты, у тебя... Понятно, ребят. Я думаю, что он мажет, а у него... Меткость была пониженная. Тихо, 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 кроссбонс. Ты... Ну-ка, так, если сделаем. Оу, неплохая прожарочка была для них. Ну что? Хотя тут уже можно и Джессику валить. Так, что ты там, снайпер? Такой спрятался, типа не видно, да? На, голубчик. Так, у нас все живы, все целы. Раз, два, три, четыре, пять. Подожди, по-моему, кого... А, ну да, пять, пять, все нормально. Все у нас хорошо. В плане промахнулся. Ты не мог этого щитовика уничтожить? Да ну, ты издеваешься сейчас надо мной просто. Давай, Вижн. Ну. Готов. Ну все, этому крышка сейчас будет. На всякий случай. И добивочный. Впереди оскверненный Кинг Пинг. Надо сорвать его планы, пока не поздно. Это уж точно, пока не поздно. Ребят, ну мы порвали. И на 3 звезды, соответственно, теперь я смогу фармить. Как тебя звать? Сокол, ребята? А почему я сомневался, что его не Сокол звать? А как же тогда звать того чувака? Ну-ка, подожди-ка. Короче, ребят, через каждые два уровня, да? Вот мы с тобой проходим здесь два. И здесь, мне кажется, будет Кинг Пин. Это все замечательно. А как же звать того тогда? Ух ты, сундучок у нас с тобой. Давай посмотрим. Красная сфера, как всегда, да? Ну да. Красная базовая сфера. Так, что у нас здесь? 580. 580. Давай-ка мы, наверное, сюда глянем. Жаба. Возьмем жабу. Здесь. Здесь нам... А, его стервятник звать. Сокола, а этого стервятник. Вот почему, ребята, я немножко засомневался. Думал, этот сокол, тот сокол, такого быть не может. Нет, это стервятник. Давай пузырька еще возьмем с тобой. Так, что у нас там по этапам? Что-то можем взять, да? Окей. Замечательно. Замечательно. Ну что, дорогие друзья, давайте, наверное, на этой ноте мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!